Здравствуйте. Привет. Как у вас рыбалка? Что скажете? Рыбалка в трех пескарях. Я вот сколько езжу, всегда куча кайфа. Рыба, чтобы не клевала, такого ни разу не было. А сегодня клюет хорошо. Да, трудовая, да, приходится уговаривать. Сомиков сегодня прям подержал, две штуки поймал. Ну, вот сейчас карпиков покажу. Там 3-4 поймал. Один вот сошел, когда ложил липгриппом. Ну, бывает такое, соскочил, выскочил из рук прям. А какие-нибудь секреты есть вообще? А? На что клюет? Кукуруза опарыш. И миксовал красный-белый, но в основном вот беленьких три опарыша и одна кукурузка. И где-то дистанция 25 метров, вот так. Ну, а сомики на червя клюну или на поплавок? Поводок, длина там или... Ну, полметра. Полметра. Да, они короткие. Можно будет. Красота. Получается два сомика и три карпа, да. Хороший навес. Карп не просто хороший навеска, а офигенные навески. Прям вот такая навеска. Дают просраться, а сомики — это вообще красота. Приезжайте еще. Обязательно.